Ну что, привет, друзья, с вами Седой снова с обзором еще одной индивидуальной тактической аптечки от компании Rhino Rescue. Вот за что я люблю компанию Rhino Rescue, это за то, что они делают качественные продукты. Аптечка, которая, в принципе, действительно индивидуальная, небольшая. Здесь максимально удобно расположено все, что нужно для оказания первой помощи в тактической ситуации, но и не только. Давайте сравним. В прошлый раз я вам показывал iFAC от Rhino Rescue, то есть это индивидуальная аптечка уже более крупного размера, да, сравните. Вот она где-то примерно в полтора раза больше, да, и сегодня мы посмотрим аптечку реально индивидуальную тактическую. Так, что мы можем сказать о ней? Ну, традиционно хорошее качество пошива, хорошее качество чехла, удобно. Система моли 5х3, качественная стропа. Вот, эта аптечка выполнена уже в защитной, так сказать, расцветке. Расцветка мох. И здесь такая вот, такой клапан, который удобно высвобождает аптечку. Достаем. Так, и что мы здесь видим? Ну, традиционно видим турникет. Качественный. Несмотря на то, что китайский, но очень качественный турникет. Про турникеты отдельно покажу и расскажу, как его использовать. Потому что, кстати, не все знают. Бандаж индивидуальный перевязочный. Ну, в общем-то, понятно, стандартная комплектация. Еще называют его израильский бандаж. Дальше. Трубка. Трубка для обеспечения дыхания через нос. В случае потери дыхания, потери такой возможности. Кстати, Все, что расположено в аптечке, то есть как этим пользоваться, есть инструкция на русском языке. С аптечкой идет в комплекте. Так что перед тем, как куда-то брать аптечку, я советую ознакомиться. Очень все доступно, изложено, с картинками, с исчерпывающей информацией. Дальше, что мы здесь видим? Мы здесь видим сложенный бинт, тактический Z-сложенный бинт для тампонады сквозных ранений. Очень критически важная вещь для использования в боевых условиях. Традиционно перчатки, пакетики и анклюзионный вентилируемый пластырь для, в общем-то, наклеивания на рану. Все снабжено инструкцией, все понятно, то есть освободить тело от одежды, протереть салфеткой и клейкой поверхностью наложить на рану. Ну что ж, конечно, из приятных, скажем, бонусов маркер, который нужен для нанесения времени наложения жгута, ну и для, можно еще по разным, так сказать, надобностям его использовать, что-то записать. И гель противоожоговый. Вот и все, пожалуй, что нужно. Но я хочу сказать, что аптечка укомплектована гораздо богаче, чем наша стандартная, которая предусмотрена была. Сейчас не знаю, может, они меняются, но стандартная комплектация, она очень-очень богаче, чем стандартная аптечка Министерства обороны на сегодняшний день. Есть о чем задуматься нашему министерству. Но всегда говорю, что спасение ваше, спасение утопающих, спасение людей, это прежде всего их интересы. Ну что, друзья, вот для сравнения. Аптечка большая, тактическая, индивидуальная и малая. Содержимое практически на 80% идентично, за исключением того, что в большой аптечке у нас есть ножницы, у нас есть одеяло термическое, и есть еще медицинский скотч армированный, и что еще, эластичный бинт.
Но, так сказать, это, безусловно, нужные вещи, но можно их отдельно, допустим, бинт и скотч докупить и вложить в эту аптечку. По месту она будет занимать меньше, весить легче. Ножницы также можно докупить отдельно. Все это можно приобрести на сайте Rina Rescue, будет в описании, и на AliExpress с быстрой доставкой по России. Ну что ж, желаю вам всем здоровья, желаю вам всем, так сказать, не попадать в ситуации, когда это вам пригодится, но быть готовым к таким ситуациям. Всем всех обнял, до свидания, до новых встреч.